Прошу прощения. В объявлении на сайте указано неправильно. Продавец, который это указывал, указал, что это Redmi 9 3.32. Это Redmi 9 A2.32. Я вам покажу его. Может понравится. Потому что Redmi 9A у нас за такую же сумму стоит. Сразу объясню в начале видео. Если сразу нет, просто можете уже не смотреть дальше. Дальше я буду рассказывать про телефон. 32. Параметры. Два оператива. Различия между Redmi 9 и Redmi 9A только в оперативе. В основном больше ничего такого. И в Redmi 9, если не ошибаюсь, есть отпечаток пальца. Так, от всех аккаунтов отвязан. Все в исправном состоянии. Прошу прощения за неудобство.